Сотрудники Чебоксарского отдела ГИБДД провели рейд по столичным парковкам. Кто действительно паркуется под знаком для инвалидов, узнавала наша съемочная группа. Припарковались на месте для инвалидов, а желтого знака на автомобиле нет? Тогда ищите машину на штрафстоянке. По закону, если появляется владелец, эвакуацию прекращают. Водитель должен предъявить справку или удостоверение об инвалидности. Если таких документов нет, выписывают штраф 5000 рублей. С начала года зафиксировано более 500 таких случаев. Данные парковочные места предназначены для парковки автомашин, которыми управляют инвалиды первой, второй и третьей групп, а также для автомобилей, которые транспортируют людей с инвалидностью данных групп, либо инвалидов детей. Наклейка на машине должна быть обязательно. Но он у меня стоял, знак стоял, я подал на переоформление, а этот снял, так как сказали, что знак этот выдается нового формата. Но машина должна быть оборудована, пока идет у нас переходный период, она все равно обозначать. Ну, повешу тогда. Повесьте, пожалуйста. Да, хорошо. Получить желтый знак можно в главном бюро медико-социальной экспертизы. С собой нужно взять паспорт, удостоверение и справку об инвалидности. Да, вот я сегодня пришел в регистратуру для получения инвалидного самого знака. Написал заявление. Ну, в течение 15-20 минут мне быстро все оформили, сделали. Я очень доволен. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Игорь Зверев. Республика.